Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оксана Шевчук. Я являюсь тревел-экспертом канала Бомбарбия ТВ, а также руководителем туристического агентства, одного из агентств сети агентств горячих путевок «Восьмое небо». И сегодня я с радостью с вами поделюсь новостями из отеля Pegasus Hotel Kirish Resort. Именно новостями, потому что на данный момент там отдыхают наши туристы. Отель открылся только 17 июля, это его дата открытия. И вот только новые свежие заезды, самые свежие новости с акцентированием на всех нюансах, которые сейчас происходят в связи с тем, что отель был на карантине очень долго. Мы вам сейчас все расскажем, абсолютно все моменты. Но давайте начнем с того, что отель, судя из названия, вы понимаете, что находится в поселке Кириш. Это регион Кимера, Анталийского побережья Турции. Сам по себе поселок Кириш достаточно активный, поэтому инфраструктура за территорией отеля есть. Мало того, до Кимера там буквально 5 километров, можно в принципе даже пройтись пешком, прогуляться. Также есть еще рядом поселок Токирова, где тоже очень развита инфраструктура. Можно сходить вечером в торговый центр, если вам надо, или посетить какой-нибудь там отдельный ресторан. А теперь давайте приступим именно к описанию тех нюансов, по которым сейчас работает отель. Самое первое и основное, что обычно интересует всех вас, вы задаете вопросы эти практически каждый день, как происходит заселение, когда происходит замер температуры, как долго это происходит. Конкретно в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort. Заполняемость отеля очень хорошая, поэтому на данный момент заполняемость его в районе 60%. В основном это украинские гости и небольшое количество турецких гостей. А сейчас загрузка, например, бунгало, практически на 100%. Основное здание загружено меньше. Поэтому, если вы хотите размещаться именно в бунгало, то это надо оговаривать заранее, потому что на него действительно очень большой спрос. Вот, например, сегодня приехало в отель около 100 гостей. О чем это говорит? Это говорит о том, что процесс заселения обычно сейчас длится в районе 40-50 минут, но никакой толкучки в лобби нет, по той простой причине, что отель сразу же отправляет своих гостей, берет паспорта и отправляет своих гостей на завтрак, если вы рано приехали, либо на обед, если вы приехали в обеденное время, ну и, конечно же, ужин, если вы приехали в более позднее время. Поэтому никто не сидит в лобби, не ждут свои номера, гости сразу же расходятся по территории отеля, что позволяет соблюдать социальную дистанцию и какие-то меры безопасности. При входе в отель стоит рамка с тепловизором, через которую вы проходите, и она автоматически меряет вам температуру. Нет какого-то специального человека, который замеряет температуру с термометром, нет. И больше, в принципе, тепловизоров по территории отеля нет, кроме ресторана. Когда вы входите в основной ресторан, там тоже стоит тепловизор, он автоматически вам замеряет температуру, вы не можете не пройти через него, вы однозначно пройдете, поэтому будьте уверены, что если вдруг, не дай бог, у кого-то из гостей поднимется температура, менеджмент отеля об этом сразу же узнает и гостю окажут какую-то помощь. Поэтому не волнуйтесь, отдыхать в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort 100% безопасно. Хотелось бы еще также акцентировать ваше внимание на питании. В целом, в принципе, я всегда была очень довольна питанием в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort. Оно всегда было разнообразное, оно всегда было вкусное. На данный момент гости, которые там отдыхают, пишут мне в социальные сети, пишут мне в личные сообщения о том, что питание просто прекрасное. Оно разнообразное, есть очень много фруктов, есть очень много овощей. Всегда есть рыба, всегда есть курица, причем курица и рыба есть даже на завтрак. Конечно же, есть стандартное абсолютно блюдо, это каши, это омлеты на завтрак. С обедом вообще очень разнообразно, с ужином возле главного ресторана есть гриль, который работает на ужин.
по-разному, каждый день какое-то разное меню, то это мясные блюда, то это рыбные блюда. Вся подача абсолютно происходит только официантами, как напитков, так и блюд в ресторанах и в барах. Вы просто присаживаетесь к своему столику, к вам подходит официант, спрашивает, какие напитки вы будете пить, и вам это все подносят. Ну, а выбор блюд, вы ходите по ресторану со своей тарелкой, которую вам тоже дает только персонал, исключительно вы не самостоятельно ее берете, поэтому не думайте, что кто-то перед вами мог ее взять и положить на место. Нет, вам ее выдаст персонал, который в перчатках, который постоянно проходит дезинфекцию рук, который в маске всегда. И уже с этой тарелкой вы идете по ресторану, и вся еда абсолютно за стеклом. Это видно на видео, которое снимали нам наши туристы, которые сейчас, именно вот в данный момент, отдыхают в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort. Никакого ограничения по количеству блюд абсолютно нет. Вы можете попросить больше, вы можете взять меньше, вы можете говорить о том, что вы хотите там две рыбки, вы хотите чего-то больше, вам сделают, вам приготовят все так, исключительно только как вам хочется. Поэтому, в принципе, шведский стол как-то не пострадал в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort абсолютно. Я бы даже сказала, что он только выиграл, потому что добавился такой учтивый сервис. Теперь вам подают все блюда. Еще хотелось бы отметить, что отель работает, в принципе, на полную мощь в отношении питания. Все так же, как и было всегда. 24 часа в отеле можно что-то перекусить. Есть ночной ресторан, который работает с 11 часов ночи до 7 утра. Там можно перекусить легкими закусками, либо же суп. Во всех барах вы можете взять тоже какие-то закуски. Вы можете там взять орешки, какие-то легкие бутерброды. С напитками абсолютно тоже вопросов нет. Туристы отмечают, что алкоголь хороший, причем вино разливается из бутылок. Я считаю, что это тоже хорошее такое достаточно дополнение для этого отеля. Мороженое в доступе целый день, с 10 до 5 часов вечера. То есть не там 30 минут в день, не 2 часа в день, нет. В любое время можно подойти взять себе мороженое. Это запакованное турецкое мороженое, но есть абсолютно разное, шоколадное, с разными вкусами. Берите, пожалуйста, сколько вам надо, вам это все выдаст работник отеля. Точно так же и в барах, все абсолютно выдается работниками отеля, все отели, все работники в масках, все абсолютно в перчатках, посуда ни в коем случае не одноразовая, это многоразовая посуда, это все тоже стекло, которое постоянно моется, обрабатывается, за чистотой в отеле следят. Здесь могут быть небольшие нарекания на номерной фонд, потому что да, ну честно, он немного требует уже реновации, но в целом, каких-то глобальных таких проблем из разряда там выпадающих, не дай бог, резеток либо не закрывающихся дверцев шкафчика абсолютно нет. Ну и к тому же есть еще такая просто нереальная природа самого по себе Кириша, которая компенсирует абсолютно все нюансы, которые могут возникнуть у вас с номерным фондом. Ну а теперь давайте перейдем к анимации. Это тоже один из основных вопросов, которые сейчас задают туристы, работают ли в отеле анимация. Детский клуб, амфитеатр и ночной клуб, которые в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort на открытом воздухе, работают, но, естественно, с некоторыми нюансами. Например, в отношении детского клуба. Детский клуб открыт утром несколько часов и после обеда несколько часов. Момент открытия детского клуба, там проводятся развлекательные анимационные программы для детей. Это могут быть либо какие-то спортивные мероприятия, либо что-то там по лепке, по рисунку. Но постоянно, целый день, на данный момент в детском клубе, увы, быть нельзя. По той простой причине, что дети, это есть дети, это для вашей же безопасности. Они не могут так точно соблюдать социальную дистанцию, как умеем это делать мы, взрослые. Поэтому для детей анимация есть, но она вот в таком малом количестве. Это важно, это надо обязательно учитывать. По поводу взрослой анимации. Спортивные какие-то программы, например, волейбол или анимация, которая всегда проходит в бассейне, ее также на данный момент нет, потому что это
скопление людей, и это достаточно, волейбол — это очень контактный вид спорта, поэтому такие мероприятия на данный момент не проводятся. Есть небольшие спортивные, ну там йога, пилатес, которые на лужайке, где можно соблюдать социальную дистанцию, гости будут на большом расстоянии друг от друга. Это все есть. По вечерней анимации тут все абсолютно отлично, есть живая музыка, есть в холле также живая музыка, и вечером также проводятся такого рода небольшие концерты. И есть еще, я говорила, да, уже ночной клуб, который в этом отеле «Ураны» на открытом воздухе, поэтому здесь повезло активным родителям и молодежи, что можно будет вечером танцевать на дискотеке. Музыка абсолютно разная, это и диджеи, это и какая-то наша популярная музыка, то есть как живая. Есть абсолютно разные варианты, поверьте, скучно не будет никому, и для всех будет абсолютно какой-то выбор. А по поводу моря и лежаков на пляже. Лежаки не новых, не реновировали, но они в очень хорошем качестве, они аккуратные, пластиковые. На каждом лежаке есть матрасы, матрасы не кожаные, а из ткани, они постоянно обрабатываются паром. Поэтому с этим, в принципе, никаких абсолютно проблем нет. Вы можете не беспокоиться о том, что до вас кто-то лежал на этом лежаке, и лежак не обработан. Тем более, что вы же всегда пользуетесь полотенцем. Ну, то есть об этом точно можно не беспокоиться. Море чистое, прозрачное, такое, как оно всегда, в принципе, бывает в Кирише. Что бы я еще забыла сказать по поводу питания, по поводу а-ля-картов. А-ля-карты в отеле открыты, но они тут все платные, они, в принципе, всегда такими были. А-ля-карты в этом сезоне стоят 10 евро с человека за посещение. Без проблем, записывайтесь, и вас обслужат, все будет отлично. По поводу ношения масок для гостей. Гости маски не носят. Ну, то есть их к этому никто не обязывает. Если у вас есть такое желание, вы хотите одевать маску, то, конечно, это исключительно только ваш выбор. Но заставлять вас никто ни в коем случае не будет. Даже в ресторане при выборе блюд вы можете быть без маски. Вы можете пройти с тарелкой, выбрать себе еду. Потом, естественно, вы присядете ее кушать, то вы уже ее 100% снимете. Да? Тут уже как бы никаких других вариантов не будет. В масках по территории отеля ходит исключительно только персонал, также они в перчатках, везде абсолютно есть санитайзеры, и вы можете обработать руки в любой момент без проблем абсолютно. По кондиционированию часто тоже мне еще задают туристы вопрос, работает ли кондиционирование в отелях на данный момент. Да, да, в отеле Pegasus Hotel Kirish Resort работает кондиционирование не только в номерах, но и в коридорах, потому что они купили дополнительное оборудование, которое очищает воздух, поэтому с кондиционированием все хорошо. И тот главный ресторан крытый, он также с кондиционированием, поэтому вам будет там 100% достаточно удобно кушать, потому что сейчас на данный момент в Италии 41 градус, очень жарко, очень хорошая погода, прекрасная, невероятная возможность экскурсионной программы при такой маленькой загрузке всего побережья. Вы можете сделать просто уникальные фотографии без каких-либо людей там справа и слева. Море теплое, море 27 градусов. Анталия на данный момент ждет на 100%. Я забыла сказать про интернет. Во всех источниках указано, что интернет на всей территории отеля есть, он бесплатный, но, как показывает практика, все не так, как иногда пишется в интернете. Интернет бесплатный, да, но действительно хорошо ловит он только в номерах и в лобби. Причем в лобби он, конечно же, ловит намного лучше. Вот вы видите видео, которое сейчас рядом со мной на экране. Это видео записывали наши туристы, которые на данный момент отдыхают в этом отеле. Вы, в принципе, видите, что там абсолютно
Все работает, горки открыты, бассейны открыты. И вы понимаете, что они мне сбрасывали это видео из лобби по интернету. То есть интернет достаточно хороший даже вот для такого, чтобы мне сбросить это все видео. Я думаю, что я, в принципе, затронула абсолютно все вопросы, которые сейчас беспокоят туристов, и вы понимаете, что 100% в отель Pegasus Hotel Kirish Resort ехать в сезоне 2020 года можно, нужно. Отель уже работает, повторяюсь, с 17 июля и очень активно ждет всех своих гостей, работает на полную мощь, старается обеспечить вам полную безопасность для того, чтобы ваш отдых принес вам только удовольствие.